Флукс-незабудка. Селекционер Елена Константиновна, 2002 год. Высота 70 сантиметров. Диаметр цветка 4,5 сантиметра. Сиреневый днем, голубой вечером. Ярко-голубой становится вечером. Напоминает цветок незабудки. Все лепестки разделены между себя. И такой имеет трапециевидную форму, характерную, даже ромбическую, ромбик небольшой. Соцветие полушаровидное. Рыхловатое. Может, у меня оно такое рыхловатое. Я вот все ждала, когда же он расколосится и станет более плотным. Но более плотным он никак не становится. Вот такой вот и есть. Конечно, крупные цветки, голубой ночью. И, вернее, вечером, уже начиная с вечера. Вот сейчас вот он уже начинает голубеть. Вот. Такой очень интересный, серединочка у него высветленная немножко. И изнутри как бы еще такая бордовенькие жилочки выступают. Вообще красивый, конечно, флокс, но тоже нужно, чтобы он был в массе цвел. Вот так вот отдельные соцветия смотрятся рыхловато. Незабудка Константиновой. Разрастается не очень быстро. Вот это незабудка в полном распуске. Огромные ветвистые соцветия конические. Крупные цветы. Сейчас они такие голубо-фиолетовые. Ночью вообще голубыми становятся. Действительно, как незабудка. Выгорает немножко. Вот так вот выгорают у него лепесточки. Венчики, лепесточки все разделены. Такой немножко высветленный глазочек. Ну, чисто незабудка. Особенно вечером при сумерках, сумеречном таком вот освещении, это изумительный голубой оттенок появляется у этого флокса. Незабудка.